Всем привет, кто будет смотреть, смотрит, подписан. Обязательно пишите комментарии. То есть это основное. То есть мне поможет улучшить видео, улучшить, что правильно делать, что неправильно. Все равно пишите. Короче, 17 сентября. Т-25 наш зацеплена польская роторная косилка. Там, может, еще вставлю эти кадры. По косилке хочу отдельное видео снять, как она косит. То есть там было. Но еще сниму. Не в этом, не про это видео. Сейчас еду косить Отаву. 17 сентября, уже сказал, 19 года. В Отаве. Так что сейчас начнем раскладываться и покажу, как она весь процесс косьбы этой косилкой.